Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня я вам покажу, как научить собак команде Змейка. Нам понадобится лакомство, они у меня вот такие вот. Также наша собака и ноги. Вот. Мы выставляем нашу ногу вперед, протягиваем руку и говорим команду Змейка. И также хвалим собаку, если она прошла между ногами. Вот так вот мы проводим, говорим Змейка. И собака должна запоминать эту команду. Такое движение мы должны проделать не один раз. И собака уже будет сама понимать, что ей нужно делать. И вы должны ее хвалить. Вот такой результат у нас должен получиться. Ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то поставь палец вверх и моим сторонам. И подпишись на наш канал. Хотите больше таких видео, пишите в комментариях. А я пошел. Всем пока.